5 минут остается, я запускаю запись. Пока будем базарить, пока будем читать, чтобы как только дроп произошел, мы сразу начали слушать. Перед началом, конечно же, скажу, да, про то, что у нас есть Boosty, про то, что у нас есть тележка. Обязательно заходим, подписываемся, да, на Telegram, чтобы быть в курсе событий канала и когда стримы, когда они там начинаются. И Яндекс.Музыка с нашими плейлистами, нашими подборочками, да, заходим, добавляем себе. И я очень надеюсь, что сегодня туда попадут треки. Сейчас поговорим по поводу треков, да, там плейлист у нас, плейлист, блядь, ебать, я старый, трек-лист у нас есть. Это сейчас будем смотреть. Погнали. Откроется у меня. Вот. Вот. Пикабу. Обложечка пока не раскрыта. Чтобы мне договорились в ДС пойти слушать, а он не отвечает, так я спит человек. Человек спит, понимаешь? Значит, Пикабу, Арни, Биг Бэби Тейп, релиз 28 июня 2024 года. Будет очень смешно, если они нас наебут. Альбома не будет, как было с Ворской. Придется искать замену, а, к сожалению, так как Буда не дропнул, пойдем слушать, блядь, Декму. Шутка, нахуй, шутка. Спокойно. Так, давайте почитаем сначала про то, что нам сказали про альбом, да? Что Арни сказал об альбоме? Ну там вообще не до конца, что вы ожидаете за звук, пацаны. Сейчас, секунду, подождите, я так не могу. Вот так. Там вообще не до конца, что вы ожидаете по звуку, пацаны. Все думают, что сниппеты репрезентатива. Не, аутро на Пикабу нельзя пропускать. Ладно, я думаю, уже можно сказать, этот альбом это пиздец. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мы подошли к этому релизу, не задумываясь о том, что нам надо сделать такой трек. Каждый день дарил какую-то демку, абсолютно рандомную, и в итоге мы просто собрали все, что нам понравилось. Кто из артистов не попал на этот альбом? На этом альбоме должен был появиться Салуки, о чем тот рассказал в своем телеграм-канале, но этого не произошло. Сегодня должен был еще один тречок выйти на альбоме у одних ребят, может позже соберем. Дэм, блин, а Салуки с тейпом и за продюсерством Арни было бы интересно на самом деле послушать. Если на обложке фотки паспорта, это... ну точно не должно быть обложек, потому что... Ну потому что вот у нас есть трек-лист, он выглядит вот так. Навряд ли они как-то, ну... Блять, хотя тейп показывал, как он летит к небесам. Будет очень смешно. Трек-лист. Не успею заранее, видимо, поговорить, да, остается 3 минутки по поводу того, что жду, но ладно. Значит, у нас будет Training Day, Coldest Man, MJ Flow, Not Obama, Obama, Dalo с Айсбергером, пока не знаю, кто это, BFF, что, Interlude, Supersonic, да, что логично, Amelie с Toxisом будет. ADM с Платиной, Closer, Taz Music с Воскресенским, Присоса с Фидуком, Круг с Платиной, Four Seasons и Outro. Ну, AA Outro, да, скорее всего, Арни залетит. Я так подозреваю. Сколько это получается треков-то всего? У нас будет 15, да, 15 треков нас ожидает. Не думаю, что они будут, я очень надеюсь, что они будут не супер затянутые. Очень много жду от трека с Фидуком, потому что сниппет, который мы слушали, был просто разъебом. Да. Присоуса. Кстати, почему-то здесь его еще не добавили. Почему? Бля, реально, а где Присоус? Это, может быть, просто не назвали? Нет, это не то. Нас наебали. Платина, главное, добавили. Токсисом добавили. И соуса нет. А, мы же когда сниппет слушали, мы читали. Дженниус у нас почему-то Фидука не уважает. Мы это осуждаем. Все. Если не будет странички, я, конечно, все, я буду жестко жаловаться. Так, ну остается одна минута. Что там по дропу? Тейп. Алло. Go, tape, go. Я обновляю, как могу просто. Я жду, я ищу. Че вы, чат, вы готовы? Не, вот вы готовы, конкретно вы готовы.
Я очень надеюсь, что тейп не подведет. Очень надеюсь, что Арни его там на пути нормальный поставит. Ready, ready. Ага. Есть. Да ну нахуй, есть. Что-то он... в смысле? Алло, альбом дай мне. Вот же он. Альбом дай мне. Ошибка 404. Какая на... О. Все. Есть дроп. Так, ну я не знаю, а по тексту все, господа, удачи вам. Я пошел слушать 32 ебаных трека, так мы удачи. Ну, все. Это их обложка, реально, да. Вот это вот размытое нечто, это действительно обложка. Ну, допустим, это лучше, чем обложка на паспорт. Я с этим, в принципе, согласен. Значит, пикабу. Я не знаю, текст, наверное, они не будут же успевать его так быстро дропать, да? Поэтому будем сначала просто слушать, кайфовать. Пытаться что-то понять, и в какой-то момент наверняка текст появится. В какой? Ах, хрен его знает. Ладно, открываем события. Значит, с треком Training Day. Let's go слушать. Поехали, ребят, поехали. Там норм обложка. Охуенная, да? Только не видно нихуя. Ну вот, я обновляю еще раз. Давай еще раз Яндекс.Музыку. Блядь, я зачем это сделал? Блядь, эти... Вот, все, Яндекс.Музыку обновил. Обложка вот такая размытая. ВК. Ладно, давайте пока слушаем. Я пока этот, пока на ВК схожу, посмотрю. Вы слушаете Крика. Да ну нахуй. Кино это на них. Это тема их собак, и я скольжу за них. Оппоненты, помолюсь за них. Мы отбиваем бит. Я пытался тормозить педаль, она не тормозит. Я аккуратен с этим, как хирурги, эй. Тренируюсь, бэйби, это тренинг дэй. Они курят флаку, я hot in the paint. Это я против себя, бензиновый эстейт. Кажется, попали в тайминг. Мы не можем опоздать, ведь я big timer. Извини, до них никогда не извиняюсь. Могу превратить брендо в твой пентхаус. Четыре сезона мы играем без пауз. Глубоко в дерьме мы глубже, чем underground. Мой стакан темнее, чем кофе-хаус. Я был облся вместе со снегом Санта-Клаус. Вижу, как они готовы отсосать за клаус. Кило за кило, играх и блок, это full mount. Если раз закончится, я буду делать фраут. Но пока мой бар добавил, но на мой аккаунт это хром. На машине я вся шея в инее. Мне не нужны линии, трапиры сильные. Кто бы мог подумать, холод на вершине. Твои челы красные, купюры синие. Я ловил L, потом делал бампс на их жопу, бэби, я урал. И на голову, как на сугробы, снег, костюля, вор. Белый двигал ворк, будто я реально в вашей федерации. Мое начало, это яма, это бок. Я начну для них сначала, это бок. Гуччи, Анна, Бекки, Яна. Бекки решают, пиздец. Этих белых попаяло, это бок. Миллиарды, два октана, это раз. Для моих детей, для моих детей. Это два, для моих людей, для моих людей. Мой тренеро, вычный день из кирпичей. Считай нулей, тебе не надо представляться. Когда твое имя Тей. Вот это хорошо. Саобы где, баобы где, заобы где. Ю заобы где, собаобы где. Ю ваой саосы заобы где зилао. Это охуенно. Вы могли бы подумать, что это все. Это диджей Дэйв и Арни. На самом деле мы только начали. Пикапу. Кубик этого Руслана Габидуллина, кубик позвали, охуенно. Хорошо, вот, об этом я и говорил, да, Арни может его направить на очень хорошую дорожку. И вот, слышали, да, с самого начала Бекки зарешали. Ну, кстати, текст справится. Сразу же, да. И Бекки, и Эйры, все на месте. И вот тот самый тейп, блять, о котором я говорил несколько разборов уже кряду. Вот же. Вот он. Кино это на них. Это тема их собак. Вот он. Хорошо, без припевов, без всякой хуйни. Неплохо, с хорошим дропом. Блять, очень хорошо. Бензина versus тейп. Это я против себя. На каком-то вот на приколе идет, легко, непринужденно. Флоу вроде бы и похож на то, что было на Ворскве, но при всем при этом вот какая-то динамическая картина очень хорошо соблюдается. Очень приятно, очень приятная открывашка, очень приятная.
Опять собаки, блядь, но это то, что выделяет очень сильно тейпа, понимаете? Вот если Сими, например, да, в свое время он делал ау, 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 он типа как этот, как Айша Успид был практически, то вот тейп, он как раз-таки гра, пум-пум-пум-пум, гра, вот эта вот хуйня очень сильно его выделяла, он очень круто ее делал. Жалко, что перестал, и вот здесь вернул, и это очень приятно. Это прям, да, это вайб Драгонборна есть. Конечно, ну, типа, более в актуальную сейчас сторону, да, но вот благодаря вот этим бэкам вообще по-другому трек слушается. Не было бы их, это был бы очередной трек, скорее всего, с Ворсквы, потому что и там тоже Арни был на Лосьента, например. Но это вообще другая история, это очень круто. Это очень неожиданно для тейпа. Молодцы, молодцы. Да, тут еще в продюсерах Lamblin Spot. Красавчики. Хороший бит. Хорошо с Габидулиным. Хороший дроп в середине трека. И концовочка, бля, вообще разъеб. Заебись. Не надо представляться, когда твое имя тейп, да, юау, вы где, цау, вы где, вау, вы где, зау, вы где, да, юзаус, вау, юсу, юсу, короче, все здесь. Окей, погнали дальше. Утром уже будет на ютубе, да, да-да-да, будет, будет, я сразу залью, отдельно этот видос залью, а потом остальные записи появятся. Coldest Man. Я у другого человека смотрю. Да, осуждаю, блядь! Так, Coldest Man, почему-то обложка с FFM Freestyle, вот, видимо, это они еще не поменяли с этого, с, да? Ой, со сниппетов не поменяли, да? Ну, допустим, допустим, допустим. Кстати, да, ВК посмотрел, стоят тейп, Арни, да? Ну, в принципе, да. Лучше была бы вот такая вот загадка размытая, там, конечно, на приколе, пацаны. Ну, ладно. Значит, Coldest Man, Arnie Big Baby Tape, produced by Arnie Big Baby Tape, Mariella Beast и Lucid Vision. Ну, кстати, не Big Baby Tape, а прошу, а DJ Tape. Будем, да? Нормально. Называть продюсеров своими именами. Окей. Окей, окей, окей. Coldest Man. Ten FM Live утрек. Ну, я понял, да. Ну, погнали сразу слушать так. Не будем сначала слушать FFM. Let's go, Coldest Man. Уронил один, я держу фокус. Airbnb, я превратился в верный полюс. Я простыл, ходил к врачу, он мне сказал, ты coldest. Почему при виде нас они бегут в forest? Этот чек звонит, новый хлыст forest. Golden Ramsey в ахуе, когда мы тут готовим. Напрягаем мускулы, поплом их это бесит. На поле, как Манчестер, мы принесем, буду честен. Цепь на шее блестит, и запястье блестит. Я бы тоже злился, если был на твоем месте. У тебя есть бести, приходите вместе. Она любит тейпа, но она не знает песни. Мои челы везде, и по пачке везде. Фунты, евро, иены, можем делать это везде. Делать это везде, ношу на себе снег. Северный полюс, век, самый холодный человек. Он, допустим. Гиннес и рекорд, я забрал самый глупый чек. Премия Дарвина, биту, я лечу как Питер Пэн. Звуки от FN, это Бензе Рекордс FM. Плакаты с Бенджи Франклином, я самый большой фэн. И она тоже фэн, да твоя сука фэн. Закинь её в рехаб, ведь она финтит этот член. Розовый салон в машине, типа это гэнг. Пью розовый глазам, пиздец, я Александр Вэнг. Считает число человек, дождя дэм. Дорогое время, AP Бэнтэн. Годэм, они готовы сосать за фэйн. Белый сдохнет, если он дронит мой чейн. На шее блестит, и запястье блестит. Я бы тоже сдрился, если бы был на твоем месте. У тебя есть бести, приходите вместе. Она любит тейпа, но она не знает песни. Мои челы везде, и по пачке везде. Фунты, евро, иены, можем делать это везде. Делать это везде, ношу на себе снег. Северный полюс, снег, самый холодный человек. Я очень надеюсь, что самый такой, типа, да, больше подходящий под фристайл, спокойный, неторопливый трек, они как раз слили на, условно, на FFM, да, на предрелизе, чтобы потом показать просто разъеб.
Потому что это неплохо на самом деле. На удивление с припевом справился тейп, да? Блестит, блестит, очень хорошо сделано. Да, на твоем месте смешно, хорошо, да? Бести на месте. Вместе, да, она любит тейпы, песни. Везде пачки, кстати, приходите вместе. Это, скорее всего, отсылка на что, на Арни и Буши Жо, да? Это, подозреваю, мое чело везде, и по пачке везде. Тоже везде, вот тут ударение прикольно ставит тоже, опять же. Вот это охуенная строчка, фунты, блядь, да иди нахуй. Фунты, евро, иены, можем делать это весь день. Да, вот тут он опять, у него был трек, вот последний, который мы слушали, где он ломает сам себе припев. Но вот тут он как будто бы делает это очень даже неплохо. Опять же, Арни, как он говорил, он не занимается чисто битами, он занимается тем, что прописывает вот эти вот ритмические картины очень часто и очень много где. И это... Блять, грамотная тема, потому что это, по сути, и продюсерство и есть, как оно и должно быть, да, допустим, как Доктор Дре там занимался, да, в свое время, как этот Рубен занимается этим. То есть он говорит артисту, как он берет лучшее от артиста и говорит ему, как ему лучше делать. И вот в данном случае Арни берет, естественно, только тех, с кем ему комфортно работать, но и как бы, да, и показывает, как лучше по себя раскрыть. И припев получился реально неплохой. Не знаю, завирусится ли он. Как Тейп у нас любит говорить, что он гимны начал делать, да? Кто-то в комментариях там написал, что он говорил на каком-то интервью. Ну, допустим. Чек, Дарвин на биту, а Питер Пен, да. Бенза Рекорд FM, это хорошо. Бенджамин Франклин, самый большой фэн, я тоже фэн, это сука фэн. Хаб, види член, звон, типа Грэнг, да, Александр Вэнг. Ну и вот, и трек как бы не душит. Вот в отличие от Ворсквы, не душит пока трек. То есть у него есть интро, куплет, припев, куплет. Все это небольшие по объемам, как бы, да? Они даже практически равносильны, равноценны, да? Бридж, очень хороший бридж, кстати говоря. Там биточка уходит, да, под воду, такой бум-бум-бум. Прикольно, прикольно. Пока неплохо, блядь, пока неплохо. Я ничего не могу сказать. Макс из Дерминейшн, да. Иса. Понятно. Понятно. Погнали дальше. MJ Flow, Arnie, Big Baby Tape, produced by DJ Tape, Arnie и Oakman. Блин, а как нам, кстати, проверить, клипы у них вышли, нет? Просто мы, они могли и клип какой-нибудь дропнуть. Это мы можем узнать? Как... Интересно, вот у кого на канале. Опа, а что это такое? Big Baby Tape. Дропнули вот они троечки, и клипа, допустим, у Тейпа нет. А у Arnie? Arnie. А у Арни тоже нет. Ну ладно, значит клип не дропнули. Может это еще. Так, я тут слушал у Пира новый трек. Все понятно, у Пира новый трек. Ну, будем вечером ценить. Возможно. Так, MJ Flow, да, ну понятно. MJ у меня в Москве лучше Мэри Джейна Спайдер, да. Что-то там еще про MJ было, короче, такое. Что-то такое, про трек ничего не написано. Let's go слушать. MJ Flow. Damn, Arnie going crazy. Not, not. Not, not. Not, not. Not, not. Benjamin Franklin, R.I.P. Это мой близкий. Мой доход высокий, процент брака очень низкий. Больше не диджей, я давно не трогал диски. Уронил MJ Flow на них, а переньон на брызги. На парах пальцы синие, а пища не LJ. Лунная походка в миллионы, как MJ. Бриллианты прыгают на шее, мутят трейд. Мои диски хром, 22 на Escalade. На парах пальцы синие, а пища не LJ. Лунная походка в миллионы, как MJ. Бриллианты прыгают на шее, мутят трейд. Мои диски хром, 22 на Escalade. 22 на Escalade. Я запрыгнул в форен. В моем доме клавиши, как будто я Зайтовен. Эй, садись в мою машину, мы собьем белый, как боулинг. Написал тут дерьма, так как будто Джей Джей Роулинг. Эй, диджей, урони на ней дерьма, чтобы упали. Стрепухи кинул лямы, и стрепухи всем подняли. Сумка, сумка, made in Italy, я сделан на квартале. Они хотят собрать меня, но не найдут детали. Мой карман не приталин, джинсы Dolce & Gabbana. Отдайте мне кастрюлю, ведь я с ней так специален. Похитили твою шалаву типа марсианин. Мы курим и летаем, скажу им до свидания. На парах пальцы синие, а пища не LJ.
Юная походка в миллионы, как МДЖ. Бриллианты прыгают на шее, мутят трейд. Мои диски хром, 22 на эскалей. На парах пальцы синие, а пища не ЛДЖ. Луная походка в миллионы, как МДЖ. Бриллианты прыгают на шее, мутят трейд. Мои диски хром, 22 на эскалей. Посмотрел на профит, я могу взять себе гост. Ставь это на паузу, с тобой базарит босс. Ко мне GIA, AA, какой вопрос? Настоящий трэп-бой, я не трогаю свой нос. Эй, этот белый прямо с района, ролит Дайтона. Сделал это сами, сделал это снова. Это MJ Flow, это AA. С нами твоя хоу, мы прогоним трейн. Эта строчка убил, конечно, убил. Это было неожиданно. Опять же, в конце нет припева. Не задушили. Неплохо. Хорошие рифмы, блядь, на самом деле присутствуют. Джей Джей Роулинг, это прям... Боулинг Джей Джей Роулинг? А он еще может, блядь. Старина еще может. Хорош. Детали Дольче Габбана. Сталин, блядь. Марсиане, до свидания. Про ЛДЖ, да, неплохо. Лунная походка, да, все-таки МДЖ, типа как Майкл Джексон, да, как в последнем его треке, кстати говоря. У него там тоже был МДЖ, только там он сделал плохо вот это вот. Вот прикольный гиммик только, да, на-на, папа. Побольше, кстати, его можно было запихать вот этих приколов. Папа, на-на, мама, да. Прямо гиммиковая история бы получилась. Голос поздравить на паузу, базарит босс, ко мне GA. Double Lake, вопрос, значит, Рябой, не знаю, Белос района, Паль Дейтона, да, зам, снова, MJ Flow, Double Lake, Double... Ну, по поводу прям MJ Flow, если мы говорим про Майкла Джексона, тут, конечно, сомнительно, ну, окей, как бы, да? Эндрю Франклин РП, это мой близкий, высокий процент, очень низкий, ну, MJ, это на интервал диски, уронил MJ Flow на бит, от пиньона брызги. Неплохо. Неплохо. По крайней мере, пока технически он, сука, справляется, на удивление. Пока справляется. Я очень надеюсь, что не сольется. Над Обама. Обама. Все же помнят видос, да, который мы осуждаем максимально, блядь. Но Обама. Please by Arnie Tape, DJ Tape и Ome. Значит, под этот трек Флома педалили 3 часа. Осуждаем, но сейчас послушаем. Текст пока еще не готов у них, но погнали слушать. С формы банана. Это для моих малых. Держу это ванхана. Держу это на сотни. И повторю два раза. Я обезьяна. Мой белый саняр. Бизнесмен не камерс. В моих карманах камерс. Полосы Адида. Урос раньше это был ярос. Микаси сука с опера бланка мексикана. Путешествуем по странам. Прикс Афганистана. Запястье дорогое. Стоит как ребенок. Мне не нужна няня. Ублюдок я под. Летаю как сигл. Кин на них это погромче орнита. Черные машины, парламентская свита. Но я не Обама, мага с формой банана. Это для моих малых, держу это ванхана. Держу это на сотни и повторю два раза. Я обезьяна, мой белый саняра. Бизнесмен не камерс, мои карманы камерс. Полосы Адида, урос раньше это был ярос. Микаса, сукаса, пера бланка мексикана. Путешествуем по странам, прикс Афганистана. Старый войс Тай Карни. Не
мой стэк, блять, этого Бенза. Хуя себе, что за хуйня? Что происходит, блядь? Что происходит, блядь? Это что за хуйня? Они возвращают, блядь, 2018-й, нахуй? Это что такое, блядь? И Арни реально вернулся, и Бенз Гэнг. Ебать, нихуя себе. Сколько это реально мы не слышали, охуеть. Ебать. Хуя. Ну мы осуждаем трек. Ну, кстати, вот, прикольно. ВВ, это запрещенный прием. Прикольно, что играется вот с разными, допустим, языками уже, да? То есть уже пошел мексиканский, блядь. Он же все Лосьенто там, да? Ворсква, хуё-моё, там вроде что-то мексиканские стильки какие-то. Вот, Микаса, Сукаса, да? Типа Испаньола пошла уже. Путешествую по странам Бликс Афганистана. Вот она, да? Отрисовалась у нас. О, ой, сколько много отрисовалось. Посмотри на это. Это разве куплет? Это ж припев, не? Или я что-то неправильно слушал. По-моему, это... А, вот, все, поменяли. Это припев. Это куплет. Меняй давай. Меняй. Давай. Редактор Genius. Я слежу за тобой. Давай, 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 давай. Мой хороший, давай. Запястье, ребенок, закон бога. Много. Фар, Арнито. Погромче Арнито! Неплохо. Бит показался на самом деле довольно какой-то тайповый такой, знаете. Типа бас хорошо прописан, да, но сам по себе бит как будто тайповый. Но в конце как будто там Арни на бэках. По ощущениям. Тоже неплохо. Неплохо идут на самом деле. Да, вот первый был пока супер динамичный, да, остальные пока вот типа такие, размеренные. Будем посмотреть, что будет дальше. Пока что как-то так. Ну, неплохо, неплохо, реально, тейп, технически тейп справляется, реально, вот, Ворсква очень сильно разочаровала и, как бы, ждал вот уже, ну, нихуя, по сути, но, блядь, удивляет, вот, ну, вот, может еще может, я об этом говорил. Дало, Арни Тейп и Айсбергерг, да? Арни и Диджей Тейп, компихабу. Окей, Айсбергер. Кто это, кстати говоря? Айсбергер. Где почитать? Так, Гергерт Георгий Евгеньевич родился в августе 2001-го. Российский рэп-исполнитель, начавший свой музыкальный путь в 2021 году. Ебать. Нормально. 3 года в игре, а уже с тейпом фитит на альбоме с Арни. Ну, нихуя себе. Окей. Так, ну погнали слушать. Дало. Let's go. Damn, Arnie, you going crazy? I could be spread the journey, так уедет банда. 5 минут назад я только вышел из портала. Arnie, Джеки Чан и ювелирка битки балла. Пакет из магнита и там 20 лямов мало. Налом 25 и это в азбуке пакете. Белый продавал работу в Gucci Bike Hit. Я летаю в шлепе, вспышка каждый камень слеп. Его уважают, если этот парень кайф. У меня сомнения на еще. Здорово, Вектор. Я проснулся и я сделал миллион. Время копнуть новый хлыст, иду в салон. Я держал плиту, мой бой держит район. Кто хочет нарушать закон? Кто хочет нарушать закон? Кто хочет нарушать закон? Тогда за это заплатит он. Двигаться как вы, уже нихуя не круто. Мне нужна худая сука и большая амплитуда. Все что-то хотят, но я снова недоступен. У меня коварный план после дропа института. У меня есть чувства, с детства вижу трупы. Остаюсь в режиме турбо, если пьяный и надутый. Выхожу из клуба, выбираю группе. Но я знаю, она знает, украдем и купим. Этот глок тотемный, но на теме. R.I.P. мой кореш, его андеграунд белый. Что ты там сказал, типа я какой-то нервный. Но я слушаю, как стекают, подавила стерва. Дети нулевых, я могу договориться. Номера хирургов и центральная больница. А мой брат Амиго, как мальтийский рыцарь. Мы не палим лица со стволами на границе. Кто хочет нарушать закон? Кто хочет нарушать закон? Кто хочет нарушать закон, тогда за это заплатит он. Убьем конкурентов и друзей конкурентов. Они предают своих кентов, нахуй это.
оставил бизнес, выпуск книг и из бенда. Поинтереснее биточек, сэмплирование пошло от Арни, это хорошо. Очень удивил Айсгергерк. Айсгергерк, извините. Красавчик. Красавчик, охуенно поддержал. Очень хороший технический куплет, прямо супер технический. Прям вот заебись, охуенно ритмическая картина, вообще восхитительная, прям идеально для бита для этого. Прям вот охуенно. Тейп тоже справился на удивление. Прям приятненько звучит, очень хорошая работа. Блять, я удивлен, что я, сука, хвалю Тейпа после того, как бомбил на него уже сколько, блять, почти год. Это же пиздец. Молодец, 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 я похлопаю. Надеюсь, не обосрутся дальше. Ребята, давайте, блядь, я верю в вас. Очень хорошо по ритмике, очень хорошо по структурке идут. Все вот как вот надо. Арни реально хорошо все расписал. Красавчик, вообще просто молодец, блядь. Молодец, просто молодец. Блядь, я прям... прям вкусно, вкусно. Пока не руина. Пока не руина, блядь. Будет руина, да, сука. Я не хочу. Давайте, давайте без этого, блядь, да? Давайте на позитиве, нахуй. Давайте, если будет руина, я буду как флом. Я буду говорить, что Не, ну, я очень надеюсь. Ладно, погнали. PFF Interlude. Значит, Big Baby Tape Arnie, produced by Arnie DJ Tape и Broke Beats. Окей, let's go. Я себе. Кто хочет Birkin? Зачем тебе брать сегодня не то birthday? Твои салочки не Ray-Ban. Only for now. God damn it, Тейп может так звучать? Нихуя себе. Кто хочет Birkin? Зачем тебе брать сегодня не то birthday? Твои салочки не Ray-Ban. Only for now. Тебя в ответ ничего. У меня уже такое ощущение складывается, что ты постоянно от меня убегаешь, а я пытаюсь тебя догнать. Это к Суперсонику подводка такая? Ты постоянно убегаешь, а я пытаюсь тебя догнать? А, не, ну что-то грустное. Там что-то грустное, да? Но как же это смешно знать, что уже типа Суперсоник впереди, и вот это... Ай, блять, ну хорошо, хорошо. Очень коротко хочется вот этого больше. Это пиздец качает, бля, охуенно. Охуенно. Хорошо, смотрите как, да, еще и грамотно прописано. У него коротко, лаконично, и потом расширение строчек идет. Они все шире, 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 шире. Прикольно, блять, прикольно. Ты готова, ты готова. Блять, очень круто. Очень крутая интерлюдия, блять, прям хочется полноценный такой трек. Ебануться, вау, вау, круто. Вот это охуенно. Вот это разъеб. Вот это новый тейп. Вот это охуенно. Погнали, погнали, Суперсоник. Раз разрыв, давайте слушать. Суперсоник, Арни, DJ Tape. Чисто вдвоем, никого лишнего, да? Окей, бро. Ну, let's go, let's go. Давайте сначала без текста, раз там вот Вектор пишет, что разъеб. Давайте сначала без текста. Нравится пока? Пока вообще пиздец. Пока такой разъеб творится, пиздец. Я в ахуе, я сам в ахуе, что Тейпа хвалю. Все, погнали, Суперсоник. Без текста сначала послушаю, посмотрим, что там творится, а потом, может быть, с текстом повторим. Let's go. Думаю, нас не догонят носы, нас не догонят носы, а они не слышат это. Высоко, как носы, я бегу, как
Sonic. Быстро я Super Sonic. Деньги опять звонят. Они в моей зоне. Два чела, пять сумок, та бэксит. Брюлики на грудь, смотри, как они дэнсят. Не следую за ними, я не трейсер. Я висел на улице, как неймер и спейсер. Ты, они, тейк, та дрэгин. Мы опять в сумке, мы опять в этом бэгин. Мы опять пробоем, я заряжен на деньги. Должен это делать, будто я сам победен. Мои купюры красные, дни календаря. Мои купюры красные, дни календаря, не календарь. Я был на квартале от заката до утра. Я был на квартале от заката до утра. Мои купюры красные, дни календаря. Я был на квартале от заката до утра. Я был от утра, там и до вечера. Куда они хотят, мы были там еще вчера. Я был на трапе, baby. My bag going crazy. Весь клуб going crazy. Arnito going crazy. И мы в своей сумке. Мы будем это делать. Пока они хейтят, белый будет делать целый. Думаю, нас не догонят носы. Нас не догонят носы. Они не слышат это. Высоко, как носы. Я бегу, как Соник. Реально, Габидуллин, блядь, еще и на фите, что не указываете? Алло, блядь. Мне кажется, немного тянуто. Нет, 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 оно четенько, оно четенько, оно сколько нужно. Было бы покороче, поверьте, это бы не так цепляло. Все нормально, тут не затянутый припевчик, да, его в конце два раза воткнули, но наоборот, наоборот. Здесь очень хорошо по... это нет, это диджей Ашанти. О, блядь. Я такого не знаю, я думал, это Габидуллин, реально. Значит, вначале тоже был он. Сорян, сорян, да, ошибся. Окей. When the money to come, да? Бля, it's a birthday. It's a birthday. It's my birthday там было, да? А это из 50 Cent, да, пишут, что go shatty, it's your birthday. Ну, может быть, ну, может быть. Но неплохо, неплохо. Это прям, это пора, это разъеб. Это пиздец. Это хорошо. Это очень хорошо. Красавчики. Ну, здесь же Арни, да, исполняет, правильно я понимаю? Ну, типа, в предыдущем у нас подводка была, что, типа, да, Мирчи, ты постоянно убегаешь, я не могу догнать, да, и вот он, кажется, на припеве, да? Это имба, куплет очень хорошо, да? Тейп, вот-вот, динамика тейпа, вот, ускорился, сразу стало получше слушаться, блядь, вот в Арскве этого очень сильно не хватало. Да, тейп, это тоже тейп? Бля, если это тейп... У меня вопросы, почему где это было раньше. Но не доебываюсь, потому что я в восторге, блядь. Я реально в восторге. Это пиздец. Смогли вот они, блядь, сделать этот ебучий симбиоз хорошей динамики и актуального тейпа, блядь. Я в ахуе, как у них это получилось. Наконец-то, блядь, нормально. Дерьмишка залетела. Блядь, вот просто. Охуенно. Очень хорошо. Я рад буду что послушать. Да, наконец-то тейпа, реально материал, который прям можно слушать и не охуевать. При всем при этом, заметьте, вот Варсква, да, если вот во время разбора я что-то этого особо не подметил, потом я просто вот на фоне как-то включил, занимался своей хуйней, включил на фоне и просто, ну пиздец, там сука-сука, пошла нахуй, сука-сука, пошла нахуй, сука-сука, без остановки просто. Реально первый класс. То вот тут это вообще другой разговор. Ну типа, да, все тот же флекс, все тот же финес, блядь, да?
Но и это тоже фигурирует, да, типа, и там, и сука, и пошли вы все нахуй. Но при всем при этом этого стало чувствительно меньше. И это очень хорошо. Текст более проработан. При всем при том, что, да, он тут как бы играет такую роль. Ёбаного кача. Хорошо? Хорошо. Я просто... Я очень рад. Очень рад за тейпа. Амели! Арни тейпы Токсис. Арни диджей тейпы Вейвсби. Ну чё, с Токсисом у тейпа очень хорошо получается. На альбоме у Токсиса было очень хорошо, да, сука, бесится на это. Токсис показал, что тейп может звучать. На альбоме у Арни, соответственно, да, он нам показал на совместном треке с Чиф Кифом, что тейп может интересно звучать. И, в общем-то, тейп на фитах-то показывал, что может хорошо звучать. В сольных работах была херня какая-то. Тут-то, конечно, вообще другой разговор. Ну, а теперь как будто бы я не сомневаюсь, что это сейчас будет имбулечка, что это будет ТикТок, что это будет вообще все нахуй. Ну, погнали, погнали. Амели, let's go. Типа 500 на чаевые. Еду на 20-х, я родился в нулевых. Белый хочет делать бэк. Do you feel me? Еще вчера мы ходили титами. Дайте мэнти. Амели, 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 амели. Амели, амели, амели. Танцуй, танцуй, как стриппер. Мой статус биг типер. Моя жизнь поменялась, когда я начал пить. Они раз ненавидят, тупо флексим. Раньше я был бедняком, теперь я секси. Господин бэкшот, я подорвал ей бэки. Господин блэкшот, поймаем их на бэке. Пример мафии, смотри на то, как едем. Теперь мы едим кошмары, что я беден. Джинсы тянут вниз, это богатый сегин. Рекс, молодой типа, 500 на чаевые. Еду на 20-х, я родился в нулевых. Белый хочет делать бэк. Do you feel me? Еще вчера мы ходили титами. Тратим эти амели, 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 амели. Амели, 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 амели. На твой зад, в своем новом ланд-крузе. Сделал скрт, 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 скрт. Иностранец, чикен. Мексиканец. Тусуюсь на потом габич. Я в трапе будто танец. Малышка смотрит на мой рис. Прикинь, это не глянец. Ты мистер, можно фотку и еще кружок ТГшку. Я мистер, проигнорить и потом пробежу штрафку. Ты потерял короля, но думала, что пешку. Со мной Даня Гуськов и мы сливаем все за пешку. Молодой типа, 500 на чаевые. Еду на 20-х, я родился в нулевых. Белый хочет делать бэк. Do you feel me? Еще вчера мы ходили титами. Тратим эти амели, 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 амели. Я-я. Амели, 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 амели. Охуеть! Вау! Дэм! Супер горячо, блядь! Пиздец! Пиздец! Причем, причем заметьте, тейпа Арни потом, типа, делал вот эти вот приколы, типа, амели, 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 типа, знаете, он его, ну, типа, видосом делал. Токсису это не нужно, он голосом это умеет делать. Амели, 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 амели. Типа он без видоса эту хуйню выдает своей гортанью, охуенно. Блять, ты мистер, можно... Ты мистер, можно фотку и еще кружок в ТГшку. Я мистер, поигнорить и потом прыгаю в ТГшку. Это же Кизару. Я мистер, достать пистолет, ты мистер, дать бумажник. Ебать, хорош. Ну и, соответственно, да, можно фотку, кружок в ТГшку. Блять, это кружочек, где он танцует, да?
Блять, хорош, охуенно, просто разъеб, блять. И у Тейпа хороший куплетоз, блять. Вау, вау. Это очень горячо. Это прям кипяток ебаный, блять. И припев просто охуенный, бля, он залетит везде, блять. Он просто охуенный. Амели, да, называется трек, а трек про Амили, Амили, да? Ебать. Как было с Save That, да? Того же Токсиса и Егора Крида. Пиздец. 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 Моя жизнь поменялась, когда я начал пимпить. Пимпить. Они нас не видят. Тупо флексим. Раньше я был бедняком. Теперь я секс. Один бэкшот и подорвал им бэки. Вот, я подорвал им бэки. Вот, вот, тейп, вот, вот твоя фишечка. Вот твоя фишечка-то где была все это время. Бэки, блядь. Бэки. Эйры. Вся эта хуйня. Это вообще охуенно. Скруш, скруш, скруш. Бля, ну Токсис это пиздец. По статус биг типа, твоя сука голд дига. А чиппинг винг дипа, прямо твою ноу, твоя прямо хоу флипа. Я топ-1 в мире, а ты топ-1. Блять. Ааа, красавчик. Оба два, оба три, блядь, даже. Красавчики, я просто вах. Пиздец. ADM. EDM. Арни Тейп и Платина. Продюсер Арни и DJ Тейп. Ну шо, фри Платина, да? Фри соуса, как говорится. Видели мы фоточки, как они с плохим парнем залетели. Потусовались, рыбку половили, да, как говорится. Платина разъебал. Ну я не знаю, это ж Платина, блядь. Это ж Платина, блядь. Все. Let's go слушать. Это любовь с первого взгляда. Когда я тебя увидел, понял то, что ты другая, baby. Миллион пропущенных звонков, но я не слышу ничего. Да ведь ты громкая, реально, baby. Знаю, ты одна такая. Мне никто не нужен, когда я тебя вдыхаю. Baby, ты одна такая. 2 километра над землей с тобой летаю. Я гляну, что я без этих денег был никем. Кому нужно мясо, моя банда. Каждый в теме о миллионе. Когда они видят белых, говорят, oh damn. Бэндо прыгаю, как туса EDM. Полапаю с этим GTS белый Каен. Я готовила, теперь я ем. Ты так и теперь, а кастрюля Eminem. Да, да. У тебя не свэк, да это какой-то колпак. Она растопырилась передо мной, как рак. У меня бледей, как будто я мертвый тупак. Да я вернулся. Я же весь живых, ебу всю тусу. У меня нету проблем ни с мусором, ни с вкусом. Я ебашу рэп, босок ебет ему по уху. Я ебал игру, как будто шлюху. На Воскресенского похож. Выебал игру, я готов ко второму кругу. Оп, не убежал, пацан, ты слишком долго думал. Взяли на лоха и замочили тебя с другом. Мы забрали твои бабки, обыграли тебя нахуй. Это воскресенский флоу. Выебал твою жену. Ни разу в жизни не курил траву. Я базарю в майках, будто я просто фристайлю. Я делаю бабки, все зовут меня красавчик. Да, я делаю бабки, я поднялся как на ставках. У меня поднялся хуй сразу, когда ее представил. Это любовь с первого взгляда. Когда я тебя увидел, понял то, что ты другая, baby. Миллион пропущенных звонков, но я не слышу ничего. Да ведь ты громкая, реально, baby. Знаю, ты одна такая. Мне никто не нужен, когда я тебя вдыхаю. Baby, ты одна такая. 2 километра над землей с тобой летаю. Я гляну, что я без этих денег был никем. Кому нужно мясо, моя банда going in. И теперь каждый в теме о миллионер. Когда они видят белых, говорят, oh damn. Бэндо прыгает, как туса EDM. Полапаю с этим GTS белый Каен. Я готовила, теперь я ем. Ты так и теперь, а кастрюля Eminem. Пиздец. А чё воскресенский флоу прям у Платины? Это фит не перепутали название там, ничего? Пиздец, прям воскресенский флоу. Я понимаю, что ему понравилось работать над альбомом Платина, но только же, блядь. Не, ну это по-любому, да, это оно, блядь, ни разу в жизни не курил.
Бля, вот самоирония, блядь, вот самоирония. Кто-нибудь бы другой такой пизданул, когда такая хуйня произошла, он бы никогда не захотел это вспоминать ни в треках, там, ни где-нибудь на интервью. Блядь, он прям сразу это ебанул, да? Красавчик, просто, бля, лучший, бля, легенда, нахуй. Когда-нибудь употребляли? Не помню, нет. Никогда вообще. Хорош. Стиль, пиздец. Круто. Очень неожиданный припев от Тейпа. В таком звучании и вот так, и это очень хорошо. Вот тут после лета можно было DJ Tape ебать. Это все более чем хорошо. Да это разъеб, это пиздец. Наконец-то, блядь, материал заслуженно, который должен залететь в чарты, и который заслуженно должны слушать, блядь. Тут проделана работа, блядь, и со звуком, и с бэками, с эйрами, с адлибами, блядь. С битами, ёпта. Охуенно, это качает, это интересный тейп, это хорошие арни в своей лучшей кондиции практически. Это пиздец, это круто. Огромные молодцы, блядь. Вот тут можно было тег DJ Tape ебать. 2 километра над землей с тобой летаю. DJ Tape. У него там как раз ямка есть небольшая. Пусто, ничего не звучит, а можно было DJ Tape. Плита Кэти Перри, кастрюля Eminem. Охуенная строчка. Это просто пиздец. Вот до этого еще додуматься надо. Это очень хорошо. Погнали дальше. Closer. Tape. Arnie. И Diamond Web. Wow. Окей. Okay. Closer. Ну, слушайте. Damn, Arnie. Подойди ближе, опусти это ниже. 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 Опусти, говори, чтоб я услышал. Космонавты видят, но мне нужно еще выше. Скажи мне, ты тратила 5 лямов в Париже. Посмотри на то, как едем. Как он 10 лет уйдем, но он до сих пор беден. Вижу этих белых, и мне хочется жалеть их. Шара кологривый, я фристайлю, как Есенин. Мои пальцы чешутся до прибыли. Если ты не понял, мы железом типа киллеры. Я хочу блоу-баттенки, разбогатей, как имати. Делать вид, что я не знаю их во его семимере. Видимо, ты меня с кем-то перепутал. Я не знаю, грабануть тебя и трахнуть твою суку. Мы вернем этих шалав, откуда они вышли обратно. Им это сделаю нарочно. Если я финесил их, тогда я их прощаю. Видел в жизни больше кирпичей, чем на стене кидая. Я держу на себе пая, а не флая. Окей, я флая, заказать тебе один звонок. Да ладно, я играю. Подойди ближе, опусти это ниже. Подойди ближе, опусти это. Твоя жопа мог, помой этот пол. Был закрытый мол, но для меня открыли мол. Брокам очень больно, нужен брокацетамол. Динг-динг, пусть твоя мама on the phone. Для тебя зенит палец, машина иностранец. Если я не ошибся, то твоя шалава палец. Она палец, как кранец, мой брюлик африканец. Тесно долматинец, громкий отчипает память. Скажи этой шалаве подготовить мои деньги. Я встал в свою стойку, будто Power Ranger. Замочить тебя и даже не оставить тени. Сначу Gucci джинсы и Chrome Heart Shaded. Подойди ближе, опусти это ниже. 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 Если говоришь, то говори, чтоб я услышал. Космонавты видят, но мне нужно еще выше. Скажи мне, ты тратил на 5 лямов в Париже. Это супер мясо. Это пиздец. Броукацетамол. Блять, Тейп, ты пиздец. Ну наконец-то на. Красава! Броукацетамол on the phone, бля, ебать. Динь-динь. На меня, кстати, отсылаются, если вы не знали. Это я написал трек Динь-динь. И много кто сейчас употребляет динь-динь с какого-то хуя, блядь. Все слышат, все шарят, блядь. Есть же. Ладно, шутка, конечно. Какой, блядь, я и Тейп, ну, конечно. Только будто Power Rangers. Бля, красавчик. Охуенно. Реально, вот почему-то вот по вот этой хуйне, по флоу, АК-47 вспоминаю. И в этом нет ничего плохого, это, бля, класс. Блять, шараут Калагрива, я фристайлю, как Есенин. Бля, пиздец, хорош. Охуенно. Разъебал.
Бля, ну красава. Они все, блядь, да? И этот... Я не дружу с словом. А от этого я не знаю. Это Тейп говорил? Если Тейп-то говорил, то вроде как это разбивается, потому что... Этот... Я не шарю. Потому что Флом вроде как это опровергал, говорил, что мы... А следующий трек? А, ну окей. Сейчас заценим тогда. То если он такое говорит, тогда очень странная рецензия получается на его ворскую. Это очень хорошо. Так, Taz Music. Это с Воскресенским. Арни Тейп. Рекорд Инженер, Хотбокс. Нихуя. И Молли Мо здесь. Нихуя тут наворотили народу-то, блядь, так-то. Спасибо. На Меланов бы тоже отправили на Думастеров. Бля, как же охуенно. Охуенно, реально охуенно. Огромнейший респект Арни за то, что вот так Тейпа подтянул. Я уверен, что он сам включился в моменте, но, блядь, это же тоже нужно. Это охуенно. Погнали. Taz Music. Ну, Воскресенский, бля, не путай с Маяковским, ёпта. Заиграл басок, пиздец. Тахун Пао. Мы все знаем, мы все шарим, бля, всю классику, бля. Погнали. Имба, да? Это Taz Music. Достать пистолет, направить его на Taz Music. Крутим не то время, подрезаем, так что excuse me. Bang Records FM, ты слушаешь, а excuse me. Бип-бип, это Range Music. Phantom Music Awards, а не придет трек Сьюзи. Дал 10 калорий рецепт, чтобы так курить Сьюзи. Lambo, you're a white body, это трек в моем муде. Taz Music в этой шалаве, это straight bopping. Это Арни на бите качает, типа Бетховен. Бэпы на природе, новые стрелки на пейроле. Типа на природе бас бьет не как приоре. Смеюсь на банк без прикола. Мой стакан синий спрайт зло, это не добрый кола. Волейбол играя, мог забить им два эйкбола. Тут нет, я на лыжке в скимаске, я сломан. Йоу, я не дружу с фломом. Нихуя. Хорошие оценки, белые катаются с фломом. Старому белому не нравится рэп, я не катаюсь с этим. Делаю это так, как умею, на белый ебись с этим. Пожалуйста. Мой белый живи с этим. Фактори ресет, мы можем сбить белым весь этим. Так падим, мы едем, было видно при свете. Отпечатки на стакане, он ультрафиолетик. Это что-то жесткая хуйня. Это Taz Music. Достать пистолет, направь его на Taz Music. Крутим не то время, подрезаем, так что excuse me. Bang the records FM, ты слушаешь, а excuse me. Бип-бип, это Range Music. Phantom Music Awards, а не придет трек Сьюзи. Дал 10 калорий себе, чтобы так курить Сьюзи. Lambo, you're a white body, это трек в моем муде. Это Taz Music, сесть корч, на заднем сидят сучки, берем бужи мьюзик. Сам поднимает их волосы, нам видно их груди. То как мы касанием любой другой бы уже умер. Если в шоу-бизе, будто я в следующем году. На правом плече ощущение, я не окажусь в аду. По этой же причине я понял, куда повернуть. Когда меня на большой скорости преследовал патруль. Мы закрыли шашку, голый бас вылазит из окна тачки. Ты не жил как я, да и не смог бы так же. Ты не смог ехать настолько круто даже. Деловом официально дорогом сьюте. Воскресенский Бенза Гэнг на студии. Taz Music, Big Baby Tay, парни. Воскресенский 2024 лето. Эй, это Taz Music. Достать пистолет, направь его на Taz Music. Крутим не то время, подрезаем, так что excuse me. Bangza Records FM, ты слушаешь, а excuse me. Бип-бип, это Range Music. Phantom Music Awards, а не придет трек сьюте. Дал 10 калорий себе, чтобы так курить сьюте. Lambo, you're a white body, это трек в моем муде. Это DJ Day и Арни. Мы уволили Метро Бумина. Красавчики просто, бля, какие красавчики, это охуенно. Уволили Метро Бумин. Сука, бля, сколько Метро Бумин им заплатил за то, чтобы на альбоме находиться? Бля, нихуя неожиданно. Вот, я считаю, что вот так должен звучать Underground, блядь, в 24-м году, нахуй. Вот таким охуенным басом, блядь, вот такой ритмикой, блядь. Охуенно. Ну, то есть, почему Underground? Да, потому что, ну, вы слышите, что на заднем фоне творится? Там первый класс, блядь, происходит. Пиздец, ну, на бите именно.
Ебать, это Taz Music. Достань пистолет, направь его на вас, Music. Ебать, хороший оборот. Призывается нет времени, подрезаем, что это эксклюзив. Так что, excuse me. Fans of Record FM, ты слушаешь сейчас эксклюзив. Бип-бип, это Range Music. TNT Award, блядь, Арни придет на трек сюти. Чтобы купить сюти, Ламбо, Юра, Вайба, Муди, бля. Это Арни на бите качает типа Бетховен, да, open на приоре, стрелки на payroll, на приоре. Колом один справит добрый колы, бля, если ты добрый колы, работаю пиздец. Волейбол играть заебись, бывает болт, нажлый, с кем маски, и я сломом. Так, ну вот это пиздец. Это чё за хуйня? Он решил как Моргенштерн правду матку порубить, блядь, нихуя себе. Ну просто, а чё он на него типа сетовался, если он ему хорошие оценки поставил, или чё? Или его до сих пор эти оценки не устраивают в этом плане? Я не дружу с Фломом. Ради хорошей оценки белые катаются с Фломом. Старому белому не нравится рэп. Я не катаюсь с этим. Делаю это как умею. На, белый, ебись с этим. Это, кстати, жесткий укол так-то. В этих строчках Егор делает выпад в сторону музыкального критика Фломастера. Он слушает треки разных исполнителей, дает им оценки. Тэп насмехается над тем, как артисты пытаются угодить Флому, делают ту музыку, которая нравится ему. Егор говорит, что он не такой, он делает то, что ему нравится. С этим абсолютно согласен, но, блядь, мы говорим все-таки про качество. Стоит отметить, что Тейп не первый раз высказывается Фломастере, например, уже делал это в своем фонограмме, да? Но вот тут очень интересно, потому что, да, ради хорошей оценки белые катаются с Фломом. Тут не про то, что они прям треки делают, как ему нравится, да, а именно катаются, то есть они, типа, да, там, зовут на концерты, предлагают там сходить в Рестик, например, как Флом об этом же говорил, да, не раз. Чтобы именно, знаете, вот быть в дружеских отношениях, и чтобы у Флома, типа, этот, немножечко рецензия сглажена была. Ну, потому что, как бы, это довольно все странно. В последнее время мы очень часто это подмечали. Не то чтобы, да, я как-то хейчу Флома, наоборот, он красавчик, безумный. Но, блядь, тот же All Black, Big Baby Tape, да, вот эти все оценки довольно странные. Прям странные. Хуй знает. Вопросики как бы есть к объективности данного человека, его система оценки, что ли, я не знаю. Но, возможно, у него такой период, он так чувствует, а я ошибаюсь. Кто его знает? Потом время, как всегда, все поставит. Да, вы же шарите, да? Естественно, блядь, ну, Воскресенский красава, охуенно лег. Тут вообще, блядь, без вопросов. Мы уволили Петра Бумина. Охуенный трек, охуенный. Для пацанов вообще заебись. Вот так должно звучать, блядь. Вот 50, вот All Black'а сюда нужно, блядь, чтобы вот Арни ему показал, как нужно звучать вот на таком бите, блядь, охуенно. Так, вот этот трек я ждал. Мы слушали сниппет, и я был в таком восторге, блядь, это пиздец. Фри, Соуса, Арни, Тейп, Федук, блядь. Арни и DJ Tape за бит отвечают. Совместная работа Егора, Арни и Федука, она посвящена задержанию платины, которое произошло на одном из его концертов 19 апреля 2024 года. Впервые об этом треке стало известно 26 апреля 2024 года, когда был опубликован сниппет в запрещенной грамме Тейпа. Да, мы это смотрели. И я надеюсь, что полная версия не подведет, потому что сниппет был просто мясной максимально. Ну и Федук на бите. Я ничего не могу с собой сделать. Скорее всего, он как всегда справится. Он просто, по-моему, никогда не давал хуй никакой. Погнали слушать. Это Москва, красный S5. Я забыть все и вспомнить опять, да. Кстати, я думаю, что это еще и очень знаменательный фит. Потому что, если я ничего не путаю, давайте я сейчас прям проверю. Потому что, по-моему, Федук-то изначально продвигал Тейпа. И на интервью у Дудя он говорил, да, иностранного агента. Да, у них одна до этого совместная работа в самом начале пути Тейпа на его первом альбоме, EP там, да, Hood Rich Tales, Hustle Tales назывался трек, это единственный их фит получается, да, и вот теперь, спустя столько времени, они снова вот выпускают совместку, это же охуеть, да, то есть не после Драгонборна там, не во время Банданы какой-нибудь условной, да, когда Тейп был чуть ли не самым популярным артистом российским, а вот сейчас, прям удивительно. Когда как будто бы нужно дать снова второе дыхание парню, да? Блядь, нихуя себе! Ну, Федя, наш спаситель леса. Все, погнали слушать. Ладно, запизделся. Это Москва, красный S5. Я
Забыть все и вспомнить опять, да. Yeah. Клуб закрывается в 7, а уже 5. Пора взлетать. Creepy boy, платина твою мать. Подорвал цветик в ЛВ. Я спрячу Реддл в Москве. Я тут один, а я схавал две. Но сейчас был его АЭ. Но сейчас в своей сумке чил. Мой трап до сих пор бумит чил. Высоко, как птиц мой чил. Думаю, что то, что ты куришь, чил. Клуб закрывается в 7, гей. У меня есть эти деньги. Я нашел камняски. Сколько тебе надо и все. Клуб закрывается в 7, гей. Делаю бумагу, не фейм, гей. 25 карт мой чейн, гей. Free платная соса, бэйби. Baby, free platina salsa, baby. Yeah, shots. Baby, free platina salsa, baby. Baby, salsa music, baby. Yeah, baby. Здесь я снова, baby. Снова. Деньги звонят здорово. 10 лет на поле. Около футбола. Засыпаю поинг, утром пишут новый город. Они зацепились за меня, как будто поезд. Кладу за пояс, я могу прыгнуть пара. Ты знаешь, мы теперь не, а не пусть и бай. Ты потерял, суку, поиск. Давай подадим ее в розыск. У нас цветы не розы. Подъехал с дымом, я не на невроз. Подними ты свои глаза наверх и увидь, как эти звезды выходят ночью. Я не мог представить, как любить. Ты показала мне даже больше. Подорвал цветик в ЛВ. Я спрячу Реддл в Москве. Я тут один, а я схавал две. Но сейчас был его АЭ. Но сейчас в своей сумке чил. Мой трап до сих пор бумит чил. Высоко, как птиц мой чил. Думаю, что то, что ты куришь, чил. Клуб закрывается в 7, гей. У меня есть эти деньги. Я нашел камняски. Сколько тебе надо и все. Клуб закрывается в 7, гей. Делаю бумагу, не фейм, гей. 25 карт мой чейн, гей. Free platina salsa, baby. Free my gang, free my blood. Сел дроп топ, кинг крыш назад. Теннис Крис, это принцесс Кот. Free big boy, он не виноват. Ты же как бы я уснул в лаках. Так высоко я не чувствую вас. Сколько же времени, значит, лак. На клок, фанель, на кабанан. Апрель и он крейзи. 10 дней на чей крейзи. Точлям шанель крейзи. Все дерьмо еще большое, бэйби. Все дерьмо еще большое, бэйби. Гарни тут, I'm going crazy. Фигер тут, I'm going crazy. Free platinum sauce, baby. Красиво, очень красиво, да, 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 все как надо, но я бы хотел, чтобы вот это был припев. Приплатина соса, бэйби. Я хотел, чтобы вот это был припев. Лично я хотел бы, но, блядь, они структурно сделали очень круто. Интрушечка, припевчик, да? Это, ну, ладно, постприпевчик, он один раз, правда, исполняется, но, допустим, что припевчик, да? Куплетос, второй куплетос, бриджик, припевчик, да? Третий куплет, он же и аутро. Красиво. Это очень красивая работа. Огромнейший респект высказывается, да, Платине? Клуб закрывается в 7, но уже 5, да, раньше времени. Спасибо, пиздец, красавчики. Качество не подкачало, бля. Молодцы, молодцы. Охуенно. Дух, бля, продолжает держать. Приплатить насоса, бэйби. Ну вот это должно быть тиктоковской темой. Я вот думал, что это припев, кстати, будет. Ну-ка, а в сниппете прям так же и звучало, да? Где у нас сниппет? Здесь на ютубчике. Ну-ка, сниппет. Помоем джипсоу. А где? А где наш сниппет? Вот он. Ну да, значит, он так же и звучит. Так, да, ну. Ну тут они подают это как припев. Охуенно залетает, да, красава. Здесь я снова, бэйби. Снова звонят здорово. 10 лет на поле. Ровно, колеса. Охуенно. Ладно, погнали дальше. Это уже классика, блядь. Круг. Хаил, что ли? Извините. Арни, Big Baby Tape и Платина.
А два трека с платиной, да? Я что-то не понял. А, да, реально, два трека с платиной. Ой, почему я думал, что один? Ну ладно. Арни, Диджи Тейп забит, отвечают. Let's go, слушаем. Так, тихо. Еще раз. Найн Майс, блядь. И Каэнко. Педаль в пол, новый кнут. Кинь, какой позор, они бегут. Обосрались, с этим баблом я реально крут. Это для моих челов за решеткой Михаил Круг. Она хочет быть со мной, но не каждый день. Не теряли мужика, я хочу целый день. Молодость оставил на квартале, поверь. Я не знаю, что мне делать теперь. Со мной, но не каждый день. Потеряли мужика, я хасли целый день. Молодость оставил на квартале, поверь. Я не знаю, что мне делать теперь. Ау, они заблудились, как в лесу. У меня две ноги, эти обе на газу. Мой расклад хороший, как у рука. Они не педалят ни за чё. Ну, а я педаль. Старый хуй. Открытый дисреспект, ваше ебало. Ваше место уже на помойке. Сосите хуй. Да, да. 2024, блядь. Big boy, блядь. Benz Gang, Double A. Плюс, помимо того, что будешь в конкурсе флома участвовать, ну, блядь, можете нарезать какую-нибудь мою реакцию и залить, заработаете бабок на мне. Я не против. Я не уверен, мне лень, скорее всего. Да и плюс, нахуй оно мне надо, блядь. Хотя, в принципе, с точки зрения раскрутки можно попробовать. Посмотрим. Чё? Да, симбиоз платины и Big Baby Tape крутой. Плюс тейп. Посмотрите, как изменился здесь. Опять новый тейп. Пиздец. Стал повыше. Стал расплывчатее больше, да? Под стиль платины залетел. Охуенно. Охуенно. Какие, на твой взгляд, треки имба? Ну, во-первых, мы не дослушали. А во-вторых, нужно будет еще раз быстренько все вспомнить, потому что, ебать, я не ожидал. Потому что, когда Варскву слушали, ну, там, что, там, 4 на 4 Кармагеддон, как бы, более-менее, но все равно с большими, как бы, натяжками. Вот тут очень сложно реально определиться. Это пиздец. Самый сок услышали? Ну, возможно.
два трека, Four Seasons и Outro осталось, как бы, да, там, вообще Арни сейчас вроде как будет исполнять. Сейчас посмотрим. Давайте сначала дослушаю, и, да, уже потом целиком будем обо всем говорить. Но пока это супер круто, это супер круто. Желаю, чтобы это залетело все в чарты, чтобы пацаны собрали охуеть как много всего с этого, и чтобы послушали рецензии, чтобы поняли, да, что вот это и качает, это и интересно слушать стало, и это охуенно. Я как бы, блядь, только за это. Красавчики. Оба два поработали охуенно над пластиночкой. Круто, круто. Four Seasons, Tape Arnie и LMC продюсер. Мультиплатиновый продюсер. Угу. Погнали слушать. Four Seasons. DJ Arnie. DJ Arnie. Это не VSOP, это музона Texo. Лучше бит отда, чем от DJ Esco. VIP везде не соблюдают дресс-код. Четыре сезона мы играем дейскод. Ниве SOP это музона Texo. Лучше бит отда, чем от DJ Esco. VIP везде не соблюдают дресс-код. Четыре сезона мы играем дейскод. Я стоял на улице как знак стоп. Что имеем приумножим на сто. Что ты можешь кинуть белым на стол. Мы играем, нарушая похуй фол. Каждый море меняет дизайнер. Хадуки на него, он стритфайзер. Посмотри, как белые упали. Каждый чел на треке, шанар прайм. Пиши флоу, бэйби, не зовите на сайфер. Я поднял огонь, это не лайтер. Шестой месяц, чел беременный, ведь он декайдил. Этот брок валил на айси, бо он чуть не сглазил. Если что, то SLP, это музона Texo. Лучше бит отда, чем от DJ Esco. VIP везде не соблюдают дресс-код. Четыре сезона мы играем дейскод. Яма справа, я еду налево. Я пришел от Пайрекса, Флаба и Галилео. Они going crazy, убита мало IQ. Настоящий белый шарф, о чем я говорю. Захожу на бендо, и все встали. Не трогай руками, у бензина пламя. Не фото на память, мы убьем на память. Умирает каждый раз, когда мы слайдим. Это не VSOP, это музона Texo. Лучше бит отда, чем от DJ Esco. VIP везде не соблюдают дресс-код. Четыре сезона мы играем дейскод. Не VSOP, это музона Texo. Лучше бит отда, чем от DJ Esco. VIP везде не соблюдают дресс-код. Четыре сезона мы играем дейскод. Больше вайба по Варсквы, но при всем при этом обороты приятные и читает гораздо лучше по ритмической структуре, гораздо лучше, чем на Варскве. Оху Фолд и дизайнер, Хадуки на него, Street Fighter, тут должен был быть отлип Dragonborn, да, напоминание, откуда мы, блядь, вылезли. Flow Baby, не зовите на сайфер. Ну, если раньше я бы не сказал, то вот после этого альбома, может быть, и не 1000 флоу, но как бы, блядь, да, да. Но тейпа на какой-нибудь сайфер я бы послушал. А чё, соберите сайфер, пацаны, чё, тейп, Кизару, да, Арни возьмите за битмаря, Платину позовите, вроде Кизару и Платину нормально, да, там, актируют. Позовите пацанов с 52, да, этого, All Black, Friendly Tag, например. Замутите реально сайфер. Там и Бенза, и Хантхаус, да, и 52-е какие-нибудь. Буду, может быть, позвать. Буду тоже вроде в этой теме. Вот, кстати, чем мне не хватило на этом альбоме. Да, это очень странно сейчас прозвучит, но реально. Во-первых, я не знаю, как там у дела у Арни и Буды. Но у Тейпа с Будой вроде как все нормально. И было бы прикольно, да, здесь, потому что, ну, фиты... Прям все хорошие получились. И фиты, по сути, близкие, да, вот к Big Baby Tape. Он же говорил, да, что он мало с кем готов сейчас фитовать и так далее. Но как бы Платина, Федя, Воскресенский, да, все вот это вот актуальная тема. Там, Токсис, да, Айсгергерд. Блять, пока сложно выговаривать, будем учить.
следить за типом, потому что какой-то интересный. И вот Будда бы сюда, как мне кажется, тоже охуенно бы залетел. Еще один фиточек, Будды, какой-нибудь трючок. И, ну, это все, это можно было бы реально закрывать, потому что, ну, как бы, да, два супер актуальных имени на данный момент. И на вот таких битах очень круто бы сочетались. Ну и, соответственно, я очень сильно хочу просто услышать уже, как Арни поработает с Буддой, потому что, ну, блин, два альбома Будды не было, и при всем при том, что был Майот, и Лов 66 был, как бы, камон. А где все это? И Сими был, ёпта, где лидер движения теперь? Так, ну что, Outro, Big Baby Tape, Арни, produced by Арни и Big Baby Tape, ну, DJ Tape. Что Арни сказал об Outro? Outro на Пикабу нельзя пропускать. Не пропускаем, слушаем, конечно же, let's go. Что, в очередной раз Арни закрывает какой-то альбом свой своим флоу? Ну, ну. Damn, Arnie going crazy. Весь магазин мы потратили в них целый лоу. Это тейп. Как же мы вайпнули их, я не верю, алло. Форджи катки на хлысте, не рабы цепи го. Они на воде, почему я не вижу их плав? Они надеялись, да. Белые, вам должно быть стыдно, как вы подумали, что это все. Я клянусь, это дерьмо бьет иначе, когда ты имел ничего. Яла теперь мой бро, и я уверен, что это оно. Холлап, я возьму еще, они тоже вон само. Мы пришли брать этот бэйн, время забрать все бабло. Оставить жадность себе, белым наследие в плоу. Я не могу доверять, чем они не трогали дно. Я говорю в правоте, что? Прочь пилота открыть окно. Это 300 дабл, этим 52 бенз ТВО. Думаю, что боюсь, но ты моим брюл бьют прям библо. Это метель, больше кило. Я вижу, как их всех замело. Скоро зима, но мы давно прост. Смотрю на банк, и я вижу рост. В каждой команде чел теперь босс. Кажется, надо встать у меня тост. Давай выпьем за врагов, давай выпьем за врагов, давай выпьем за них, бро. Это большая любовь, почему не могу ощущать ничего? Ебать, да ну нахуй! Уху! Дэм! Это анонс? На зиму второй части? Да ну нахуй. Вот они все там будут? Double A Team? 52-е? TVO? What? Скоро зима, но мы давно фрост. Белые, вам должно быть стыдно, как вы подумали, что это все. Ебать, что реально? И вот этот дроп в конце, скорее всего, с этого второй альбом будет начинаться. Ебать. Хуя, Арни, красавчик. Если это реально так, и два альбома, вот, вот такие от тейпа за год, ну, есть подозрение, что будем претендовать на звание артиста года, что ли, блять, в этот раз. В тот раз, как бы, да, не разочарование, конечно, было, но даже близко не артист года, но вот сейчас, ебать, если так. Тивиоута Хазиби, ну да, ну да, ну да. Ну, типа, ну вот и на вторую часть, как будто бы, да, нам анонсировали некоторые фиты уже. Блять, ну если это реально так, то... Ребята! Это будет круто! Если качество не подкачает, это будет вообще пиздец. Будем ждать, получается. Будем ждать, будем смотреть. Надеюсь, что на зиму не 25-го года, блять, да? А на зиму 24-го, блядь, пацаны. Да? Мы ждем, блядь. Всех уже нахуй перевезите в этот Дубай и со всеми запишитесь, плиз. Пиздец. Что? Смешнее было бы, если бы здесь фигурировал иностранный агент Моргенштерн и Оксимирон. И они бы их собрали на этот альбом. Я бы вообще охуел, конечно. Но будем посмотреть, будем посмотреть. Спасибо, пацаны, спасибо. Это было очень неожиданно. И это было неожиданно в первую очередь не из-за Outro, а из-за качества альбома.
Безумно крутая, кочевая пластинка получилась у вас. Огромные молодцы. Оба постарались. Арни поработал с продюсерством, с битом, с ритмическими картинами. Всю хуйню прописал как надо. Для тейпа идеально комфортные условия, чтобы показать себя. Тейп, в свою очередь, показал реально несколько хороших флоу. Новый звучок, новый свидос для своей капы. Новые картинки показал нам. Новые рифмы показал, да? Броукоцефенил, блядь. Охуеть. Очень хорошо. Все фиты получились отменные, просто шикарные. Суперсоник, вообще супер мясо, блядь. Что у нас еще было? Амели с Токсисом, ну это вообще просто, блядь, ну как бы, да, здорово. Айсгергерт открыли для меня сегодня этого исполнителя. Супер гуд, спасибо большое. Все, начиная от начала и до самого конца, держит марку и держит охуенно. Их хватило на 15 треков, и все 15 треков заебись. Побыстрее, помедленней, полиричней, покачевей, да. Taz Music, это просто бас ебет тебя, да. Заиграл басок, пиздец. Фрисоуса с Федуком, безумно красивая работа. Круг с платиной, мое уважение, бля, пиздец. Дало вот еще раз с Айсгергертом, да, это прям вообще респект. Интерлюдия безумно круто звучит. Хочу, чтобы вот ты попробовал полноценный трек такой записать, потому что, как мне кажется, он может, его хватит на это. Я бы хотел бы это услышать, это прям вот было бы очень приятно. Клоуса тоже, Клоуса очень приятная работа. Что-то выбрать из этого, типа, в лучше к нам в плейлист, честно, вот хуй его знает. Я однозначно добавляю весь альбом к нам, ну, типа, лайкаю его, это точно. По поводу лучшего трека, лично мне сложно. С Федуком понравилось, с Токсисом понравилось, с Воскресенским зашло. С Платиной и Круг и EDM оба хорошие, Дало с Айсгергердом. Суперсоник, Клоуса. Да, Four Seasons неплохой, Nat Obama хороший, MG Flow прикольный. Training Day, охуенная открывашка. И как бы вот, и что делать, и как из этого выбирать, хуй знает. Чат, что вам понравилось? Рассказывайте, что вам понравилось. Так, лайкаем однозначно альбом, чтобы он у нас был в сохранёнках. Братки не подвели, братики не подвели. Факты, вот Бенза, да, пишет. Братики не подвели, это факт. Это факт, это пиздец. Амели 100%. Амели это разъеб, да, согласен. Че, ну несколько, походу, мы и будем добавлять, да? Персоник. Короче, давайте, блять, ну все фиты хочется добавить. Ну как бы это дохуя будет, я не знаю, нормально, нет это вообще. Пиздец, я хуй знаю. Ну Суперсоник точно залетает. Суперсоник, Амели это 100%. Это прям вот 100%. Давайте тогда их и добавим, да? Амели, Суперсоник, от себя лично добавлю Фрисоуса с Федуком. И давайте Круга добавим с Платиной. Как мне кажется, это вот 4, но сочнейших просто работа. Я думаю, заслуженно, да? Наконец-то тейп заслуженно получает овации. Я просто им похлопаю. Красавчики. Спасибо большое, пацаны. Охуенно. Суперсоник, 24-й год, добавили. Амели, в 24-й год, добавили. Фрисоуса, 24-й год, добавили. И Круга с Платиной, 24-й год, добавили. Охуенно. Забрал пятницу. Скорее всего, да. А что у нас, кстати, давайте... Все, на этом разбор, реакция, да, заканчивается. Спасибо большое, пацаны. Это было просто охуенно. Вот... Если, да, в случае с альбомом Арни он как бы дает эмоции благодаря неожиданным фитам, такой кроссовер, да, то вот здесь это в первую очередь качество. И качество ебейшее, просто охуенно. Красавчик, спасибо.